Предстоящие выходные будут богатыми на спортивные события. Болельщикам и любителям спорта мы расскажем о некоторых из них. Ценители бокса смогут посетить юношеский турнир памяти первого мастера спорта СССР в нашей области Николая Маковеева. Боксерские поединки пройдут в спортзале Северодвинского техникума судостроения и судоремонта «Октябрьская-2». 23 апреля с 14 часов и 24 с 12. 23 апреля в чемпионате города по флорболу пройдут два финальных матча. В высшем дивизионе золотые награды оспорят команды «Океан» и «Феникс». В Лиге Б сойдутся «Пиренеи» и «Севмаш-2». Матчи начинаются в 18:30 в спортзале «Фокс-Севмаш» на стадионе «Север». Ну и самое азартное и веселое соревнование состоится в спортзале «Строитель» в 12 часов. Здесь стартует финал легкоатлетической встречной эстафеты среди команд детских садов.